все направлено на то, чтобы помочь ребятам найти интересное дело, чтобы они были заняты, чтобы ребята развивались, ну и в конечном итоге, конечно, они должны быть сняты с учета и в будущем правонарушений не осуществлять. В рамках проекта «Право на будущее» будут организованы 6 площадок по военно-патриотическому воспитанию, спортивные мероприятия и занятия, направленные на развитие творчества в сфере современных информационных технологий. Реабилитацию пройдут 30 несовершеннолетних детей. Проект курирует комплексный центр социального обслуживания населения. Также участие в мероприятиях принимают разные службы и организации района. По профилактике правонарушений действует целая комплексная программа, направленная на реабилитацию несовершеннолетних. В рамках этого у нас действуют открытые пространства, и не только. Большая работа в районе проводится по занятости ребят в разные объединения творчества, спортивные секции. У нас занятость в районе более 80% в системные занятия. Это показатель выше Новосибирской области. И очередной проект, который реализуется в настоящее время, «Право на выбор», он дополнение в нашей комплексной системной работе в рамках профилактики правонарушений. Новый проект рассчитан на 1,5 года. В этом году на его реализацию будет потрачено 900 тысяч рублей. На выделенные денежные средства закупят оборудование, а также сувенирную продукцию, необходимые для проведения различных мероприятий. Социальный проект «Право на будущее» будет реализован в конце октября 2023 года.